Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. Так, сегодня о каком пророке будет речь? О Мусе. Давай, пророк Муса, алейхиссалям, рассказывай. Ни для кого не секрет о пророке Мусе, ведь Аллах часто рассказывал в Коране о его благородных поступках. На миссии этого человека выпало немало препятствий, но выполнил свой долг. Угу. Давай, вкратце. В Египте жил злой фараон. Злой царь фараон. Ага. Городом Израилем и держал его в рабстве. Народом, да? Народом Израилем. Угу. Дальше что? Один раз, когда он спал, ему приснился сон, что произошел пожар и не загорел весь замок, но не тронул дома израильтян. Угу. И там появился мужчина. Да. Мужчина. И тогда он пошел толкователям снов. И они сказали, что в народе Израиля появится мальчик, который свергнет его и побей. И победит. Ага. Фараон так сильно боялся, ведь он считал себя Богом, он себя считал, да, аузубиля. И? Он что решил? Бог не может бояться того, что он потеряет то, чего ему есть. Но страх был настолько велик, что он приказал убивать всех новорожденных мальчиков. Мальчиков, он сказал, всех мальчиков убивать. Убивать, которые родились. И потом... Да. Муса, когда родился, его царь убил фараон? Когда уже мать Мусы должна была родить, Аллах ей сказал, сделай деревянный ящик, и когда будут приходить, клади его туда. Угу. Привязывай к веревке и отпускай в реку. На речку, по речке, да? Опять забирать. Она так и делала. И в один прекрасный день веревка сорвалась и плыла по реке. По воле Аллаха она приплыла прямо к замку. Ага. И кто его подобрал? Вот эту корзинку кто подобрал? Ее подобрали слуги. И принесли к кому? Жене фараона. Как звали жену фараона? Самира, как звали жену фараона? Асия. Она хорошая или плохая была? Она была хорошая. И что она сделала с этим ребенком? То есть Муса рос в доме кого? Фараона. А фараон знал, что это Муса, и он потом станет пророком и его свергнет? Нет. Нет, не знал.